Ходила, я была дома, шел дождь, я была с внучкой, и мне позвонили о том, что происходят такие события. Я мониторила по телефону и была в курсе всего, что происходило. Почему? Потому что альтернативно надо было принимать какие-то меры, информировать других правозащитников и те организации, которые профессионально занимаются защитой прав человека в Кыргызстане, так и в регионе, так и на международном уровне. Я хочу сказать, проанализировав всю эту ситуацию, мы приходим к выводу, мы уже неоднократно выступали как организация международного фестиваля документальных фильмов по правам человека. Это начиналось еще в 2013 году, когда и прокуратура, и суды, и милиция, и отдел ГКМБ, они просто послушались муфтия, и за один день, буквально за полтора часа, решили нашу судьбу, закрыв, значит, право граждан на самовыражение. Вот эта ситуация, которая происходит сегодня вокруг ЛГБТ, показывает, что Конституция Кыргызской Республики, которая говорит четко, что граждане 90 национальностей, даже больше, равны. И абсолютно нельзя применять инструменты дискриминации. Почему не читает милиция эту статью, непонятно. Второй момент. Есть очень хорошая декларация о свободе самовыражения и, значит, о средствах массовой информации в демократическом обществе. Да, там принципы тоже указаны. Но аналитика, уважаемые журналисты, я думаю, что вы тоже подготовились. Вот кыргызстанский самолет условия свободы политической повестки языка вырождения интернет-угроз. То есть вы тоже вливаете в огонь, значит, свою долю, да, часто некоторые. Значит, применяя язык вражды к тем группам, которые, наоборот, нуждаются в защите и поддержке. Поэтому речь идет о том, что Декларация ООН, Конвенция ООН по ликвидации всех форм дискриминации расовой, резолюция Комитета министров, значит, они были рекомендованы кыргызскому правительству, значит, потому что мы член ООН полноправный, и вы знаете, мы гордимся, мы член ОБСЕ тоже. И каждый год по человеческому измерению мы делаем анализ, что происходит в Кыргызстане. И вот то, что происходило в последние дни вокруг ЛГБТ, показывает, и мы уже увидели, значит, дорогу, что эти группы поддерживаются, к сожалению, после революции Генеральной прокуратуры, госпожа Солянова подписывала, как бы меморандум, да, поддерживаются каким-то ГКНБ, непонятно почему, да. И вот этот избирательный подход к таким группам, которые сеют вражду и нагнетают насилие, почему-то не применяется Уголовный кодекс, да. Вот главу 19 откройте, пожалуйста, Уголовного кодекса, преступление против конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение равноправия прав граждан, статья 134, да? Статья 135 – нарушение неприкосновенности частной жизни человека, да? Здесь и штрафы, здесь и административные наказания должны срочно применяться, да? Значит, нарушение неприкосновенности жилища. Под жилищем эта статья говорит как частное, так и общественное. То есть люди пришли в кафе, как кыргызы приходят на той, да? Извините, пожалуйста, кому какое дело врываться, нагнетать ситуацию, прыгать через забор, да, рушить там. Кто дал право в Кыргызстане такое делать, да? Но я согласна с коллегами, с уважаемым адвокатом. Почему? Потому что незаконные задержания, да, милиции, они практикуются очень широко, к сожалению, да? И особенно против таких групп, как ЛГБТ, правозащитники, активисты, национальные меньшинства. Об этом тоже говорит анализ журналиста. Буквально вот, прочитайте, пожалуйста, отчет, он очень интересный. На этом фоне враждебная риторика в отношении этноса сохранялась и была зафиксирована почти во всех обозначенных делах. Этничность людей по-прежнему является линзой, через которую можно видеть реакцию СМИ на политические, экономические, социальные вопросы. Да? Проблема остается транснациональные стереотипы, язык вражды в публичном дискурсе, когда СМИ журналисты полностью цитируют враждебные высказывания спикеров без каких-либо комментариев. То есть мы видим Джейшмар Дахматов, новый герой, в кавычках, который может все заменить и ГКНБ, заменить и милицию, вторгаться в бизнес, значит, бизнес-организации, буквально вот они недавно вторгались, бегать вокруг базаров, искать каких-то людей легкого поведения, да, кто им дал такое право? И это опять
на фоне того, что как будто милиция этого не видит, как будто прокуратура не должна осуществлять, значит, надзор за законностью, где прокуратура. Второй момент. Эксперты, уважаемые, это медиа-эксперты, сказали, другой тренд, очень опасный для Кыргызстана, для независимых, который пережил две революции и июньскую трагедию, они сказали, что влияние российской пропаганды на формирование медиа, значит, контента. Буквально в субботу мы тоже были в вечернем Бишкеке, когда один из инициаторов Мадалимов законопроекта о концепции иностранных агентов стучал по столу и говорил: «Я вас ненавижу». Да? То есть речь идет о том, что такие вот группы, как Кыркчоро, да, хотя это Манас, хотя это наша история, и там другие ценности, там действительно ценности другие, и в контексте 21 века его надо как-то применять очень хорошо, чтобы другие национальности, другой мир увидел, что кыргызы — это действительно очень гордый народ, очень свободолюбивый, не нарушает толерантные права других, да? Потому что гость для нас — это как, значит, от Бога, вы знаете, кыргызские традиции. Когда приходит гость, самые лучшие платья, самые лучшие блюда, самую лучшую музыку мы предлагаем гостям, чтобы показать, что это маленький народ, но он владеет миром. Почему? Потому что он толерантный. Мы воспитаны на бабушках, дедушках и так далее. Нам никогда не говорили, что увидишь кого-то там, бей и так далее, да, или что-то не нравится там. И у нас говорили, что если даже гость позволяет что-то, надо быть толерантным, проводить его достойно. То есть это наши традиции. Откуда вот такая ненависть, и откуда такая вот риторика, и этот язык вражды и насилия, это непонятно нам. И поэтому мы хотим сказать, что Уголовный кодекс Кыргызской Республики органами милиции должен выполняться незамедлительно. Почему? Потому что мы видели постреволюционный период два раза, мы видели, как били милицию, мы помним Кондантиева судьбу, да, в Таланте, когда наши же кыргызы чуть не убили его, да. Видели, когда бежал Бакиев, и кыргызы окружали из той, из другой стороны, да, чтобы убить его, да. Правозащитники спасли его, женщины-правозащитники, Роза Сакова, женщины-правозащитницы. Почему? Потому что мы не хотели войны между югом и севером, мы видели это. Поэтому речь идет о том, что Генеральная прокуратура, спецслужбы, которые не должны с мирными гражданами воевать или вторгаться в офис адвоката, да, а именно с такими группами, они должны очень хорошо работать для того, чтобы была общественная безопасность. И последнее я хотела сказать. Государство, о котором говорил уважаемый адвокат Ялья, и в декларации ООН, и в конвенции ООН, и в Конституции, именно мое государство, именно все институты отвечают за мою личную безопасность. К сожалению, мы говорили, хотим сказать, что сегодня оно, увлекаясь как бы государственной безопасностью, да, повторяя Российскую Федерацию, да, оно забыло о гражданах абсолютно. И вот эти институты, которые должны работать, чтобы обеспечить верховенство права и законности, они сегодня стали слабыми. Почему? Потому что их подменяют. И это очень опасно. Почему? Потому что без армии и без милиции это не государство. Поэтому мы очень просим, чтобы милиция в этом формате начала реальные реформы. И мы повторяем и говорим о том, что БКНБ, которая закрыта с 37 года, где есть архивы, которые убивали наших дедов, матерей, бабушек и так далее, оно должно сегодня реформироваться, и все эти институты должны быть под гражданским контролем и с гражданским участием. Без этого ни милиция, ни ДТНБ, ни прокуратур не справится. Почему? Потому что наплыв такой толпы, и опять будут говорить в Бишкеке: а почему эта революция произошла, почему нас бьют? Да потому что вы не работаете, органы безопасности. Поэтому надо работать, чтобы верховенство права работало как на меня, да, которого вы ненавидите, так и на всех граждан, которые есть кыргызская нация, которая указана в Конституции, что народ первичен, а государство вторично. И государство должно свои обязанности выполнять перед гражданами. И этот кейс, он очень специфичный и он стратегически важный. Мы будем мониторить каждое действие со стороны милиции. И мы будем апеллировать сегодняшнего дня, чтобы прокуратура взяла на это ответственность.